решили с братьями съездить в Тростенец за пирожками. Ну, как-то отпраздновать открытие велосипедного сезона. И поэтому вот небольшой наш репортажик. Радует то, что в Сумской области дороги сделали хорошие. Так, первые 30 километров мы преодолели. Небольшой перерывчик. И впереди любимый знак велосипедистов. Вот мы уже в городе Тростенце, заезжаем на знаменитый Тростенецкий мост.